Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале Insanus Balletus. И хочу вам рассказать новый анекдот. Значит, встречаются два приятеля. Один говорит: слышишь, а жена-то у тебя похорошая. Второй такой: а с чего ты взял? А я вас видел вчера на машине. Вчера на машине? А, не, это я бульдог, ветеринару водил. Вот такой вот анекдот. Надеюсь, вам понравилось. Буду стараться дальше для вас. Прошу писать какие-то комментарии, присылать новые анекдоты, какие-то жизненные смешные истории. Самое интересное я буду озвучивать. Так что, друзья, до новых встреч.